Лето – пора выездов на природу с семьей или друзьями. Неизменным атрибутом подобного отдыха является ароматный мясной шашлык. Еще несколько лет назад мясо халя для него можно было купить на рынке. Купить его можно и сейчас, но все больше потребителей предпочитают специализированные магазины. Один из первых подобных магазинов – «Мясной мир», который расположен в самом центре Саранска. Быстро и удобно покупать качественную продукцию в «Мясном мире». Не всегда получается посетить специализированный магазин. Иногда всей семьей идешь в супермаркеты, и очень удобно, когда рядом можно купить мясо халяль. Несколько месяцев назад предприниматели решили занять эту новую нишу. Это один из крупнейших торговых центров в Саранском. И многие люди сюда ходят семьями, чтобы закупиться товаром. И мы решили, что здесь самый оптимальный вариант весь продукции халяла предоставить людям. В магазине не только богатый выбор продукции, но и специалисты-кулинары. Для мягкости, особенно если вот говядина, например. Человеку мы советуем, скажем, возьмите пол киви, к примеру, разожгли уголь. Вот, скажем, он у вас горит. Чувствуете, что уже угли подходят, например, минут за 7, за 10. Потерли, например, или просто помяли киви туда, в общую тару, например, понесили, оставили, например, 3-4 минуты. Образно. Много не надо. И съешь, брат, спасибо скажешь. Как известно, хорошее мясо – это половина успеха шашлыка. Вторая – в руках того, кто его готовит. Сначала жарим шашлык баранина, чтобы одно время они приготовили. Через 5 минут можно люляки его тоже поставить. Что делать с хорошим мясом, каждый решает сам. Можно приготовить самому, а можно прийти, как мы, в хорошее проверенное кафе. Приятного аппетита! Марат Салимов, Ильдус Янгбаев, специально для Нур-ТВ.